Доброе утро! Да, взяли ты. Пока, мам! Зай, ты будешь обуваться или нет? Да, но я не знаю, Джордж. Ну вот эти тогда обуй. Мам! Кто собрался целоваться? Я там личную тетрадку взяла. Так, носик мой любимый. Ой, какой носик у меня любимый. Антоша сегодня едет в музей, да? В Динскую и музей космонавтики. Да, но один урок будет. Почему не будет кино? Ребят, наконец-то я могу позавтракать. Взяла себе такой завтрак, яичницу, двух яиц, помидорки. Там нужно было два хлебца кернер, но у меня будет один лаваш. Так что вот это все сейчас я съем. Ну, не знаю, может быть, лаваш не доем. И пойду начинать свой день. Все нормально, уже видео выставляется. Сразу поставила на выгрузку. И могу позавтракать с хорошим настроением, наконец-то. Главное, дела я сделала, позавтракала. Загрузила посудомойку и стиралку. Вот, теперь могу немного привести себя в порядок. А потом пойду готовить обед. Я готовлю обед. Куриные бедрышки. Бедрышки? Или что это у меня? Бедра, да. Без кости, которые и без кожи. Вот полпачки. И на завтра еще полпачки. У меня это будет перловка с курицей в мультиварке. Вот я делаю поджарку из курицы, морковки и лука, в общем. И сейчас буду все это уже перекладывать в чашу мультиварки и засыпать туда 2 стаканчика перловки. Все, вот эта вот смесь уже готова. Здесь перловка промытая, мяско и чеснок, соль, перец. Вот это все ставлю теперь в мультиварку на 50 минут. Но у меня режим крупа, но у меня не увеличивается время. Вот я буду раз ставить на 25 минут и второй раз опять буду включать на 25 минут. Теперь я отмерила себе 300 грамм куриной грудки на обед. Сейчас покажу вам рецепт, который написан, но я немножечко его перетрансформирую, ведь смысл тот, чтобы съесть все эти продукты. Вот, здесь куриное филе нужно отбить, но я его просто порежу. Выложить на противень, у меня будет все запекаться, как такое рагу. Положить помидоры и российский сыр, но у меня российского нет, будет адыгейский. Запекать в духовке я буду. То есть я все вот это вот сейчас перемешаю с помидорами. 100 грамм помидоров. Посолю, поперчу, еще сыр добавлю адыгейский 20 грамм. И все это буду запекать вот в форме, как и для рагу. Смотрите, вот что у меня получилось. Здесь добавила немножечко прованских трав, сушеного чеснока, вот адыгейский сыр и помидорки. Все, теперь все в духовку. Мне еще на гарнир будет булгур. Вот подставила его вариться. 50 грамм сухого продукта. Вот мой перекус. Сейчас я буду перекусывать и продолжать уборку на кухне. Обеды всем, получается, себе и детям, и папе всем готовы. Поэтому перекус. Тошка приехал. Ну как ты? Горят. Почему? Они горят. Расскажи, как ты сегодня был в... Этом. Так, скажи, как это музей? Все хорошо. Мы конфеты там получили, много всего. Конфеты? Молодцы. Поехали. Ты видели мужчин, которые работают в белых футболках? Я видела. Как на праздник. Я видела этого мужчину. Я одел голубую, ты сказал, переодень. Я одел белую. Да, я одел... Так же, как я вчера здесь стояла в очереди за молоком, а купила цветы, понимаешь? Не, ну это я не Мне кажется, мы созданы друг для друга, да? Ну я хоть, по крайней мере, шел работать, я и знал, что я иду работать. И, а в кофе я цветы не добавлю. Не добавишь? Ты что, ты сомневайся, я могу засрать и другие. Ну чё это, как трактор? Да все нормально, то по глупости там. А, то там была твоя вина, да? Конечно. Ну, ничего не покупать не надо. Сейчас вот это... Просто перебрать пол трактора. Не-не-не. Это хорошо, что я снял, там как раз надо зачищать контакты. Mm. То есть, в принципе, может это так и...
Все хорошо, сказать, да? Что это по хай-так. Угу. Сейчас. Ой, этот молодой человек не знал, что такое шестигранники, да? Он выходит и говорит: мама, я не знаю, что такое шестигранники. Просто посмотреть, что там. Посмотрел? Попей, если бы мама не приехала, то сейчас бы уже... С Антошей собрались. Он сейчас поедет до дедушки. А мама поедет... Ее мама в больнице. Да, бабушку положили в больницу на обследование. И сейчас Антоха... У нее там давление... Вот... У меня одна вот появилась. Кто? Давление? Нет. Я понял. Когда девушка говорит утром сядь в компьютер, она всегда говорит да. А сейчас начала говорить нет. Угу. Значит, что-то не так, да? Все, иди бери кроссовки, где они, в сменке там у тебя? Думала когда-то. Мама, фоне уже надо отдавать, у меня пальцы от них болят. Да ну бери, иди кроссовки тогда. Ты тебе ж лень было идти утром брать кроссовки. Да, нет. А что, эти? Ну, эти можешь будет, да. А, просто заводили бы. Так, мы едем. А тут в Краснодаре уже дождик. Ой, не дождик, а тучки. У нас такого нету, да? Тучек таких. А тут прям... Так, а вот и дождик. Налево и налево. Вот с лифта выходишь? Да, дождь прям сильный тут полупил. Империя какая. Европа, да? Европа. Все, лифт. А. Все, я уже к маме сходила. Сейчас поеду вниз, теперь Степа пойдет. Здесь пропуск на одного человека. Все нормально, сходила. Все хорошо, там мама обследует, капельницы ей делает. Все нормально, на, теперь ты пойдешь. Ну, все, а то мама переживала, что ты воду забыл. Не, что ж. Ну я ж ей сказала, да, что ты что-то кухню эту взял, газетку почитать. Ну мама не взяла. А, ты маме взяла? Ну мы же дома ей звонила, она же под капельницей говорила, ну так все равно, вон они, беспокойно. А, да? Угу. Я сижу тут с малышами, они спят, сейчас теперь Вера пошла. Пропуск на одного человека дают, и там вот этот турникет. Поэтому по одному все заходят. Сейчас Степа пошел, потом еще Вера пойдет. Все получите. Вы сказали, что ничего прям такого серьезного, просто как весеннее обострение. Сейчас там капельницы назначили, лекарства, поэтому мама пьет. Ну, вроде бы получено, все равно, говорит, еще что-то. Что-то беспокоит, как-то голова еще кружится, поэтому будет пока еще там 9 дней ей. Платная палата на 9 дней. Оплатили уже все сегодня, поэтому сегодня приехали, сейчас вот вещи привезли. Я поснимала, но честно, там женщина и вообще небольшая палата, две кровати. Главное, что ванна отдельная, и там холодильник стоит, телевизор. Еду им туда приносят. Вот. Я не знаю, у меня какой-то, не знаю, страх, что ли. Я сразу сажусь в машину и сразу замыкаюсь. У меня вот эти вот видео, когда у тебя лежит здесь на пассажирском сиденье сумочка, и кто-то открывает дверь и выхватывает ее или еще что-нибудь. В общем, не знаю, как-то у меня сейчас привычка. Я прямо сейчас даже села, нашла, где здесь замыкаются двери, и замкнулась. Не знаю, как вы так не делаете, но я какой-то серун, походу. Зоя, расскажи, как ты сходила к бабушке? Я не ходила. Почему? Забыла? А ты что, ездила поспать в машине? Ездила, что, поспать в машине, действительно? Да. Ну, поспала? У мамы на руках спала. Ну и как тебе, хорошо? Приятненько? Да. Коля, у тебя все хорошо, Коль? Да. Да? Где баба? Баба. Где баба? А у тебя, когда вот так скрыто... Так, мы остановились аж на этом. Аж на трассе, потому что очередь. Электричка, да? Или что мы пропускаем? Что проходило, и то еще идет. А сейчас туда, а потом туда. Это дедушкина лёгкая. Так, вот мама уже приехала.
Будем теперь ужинать. Сегодня ужин, все доедаем. Единственная мама доедает то, что себе наготовила. Курицу с духовки, с адыгейским сыром, салат. Салат вкусный. Вот эти помидоры, да, в Пятерочке, которые я купила, вот они прям очень вкусные черри. Оказывается, что черри не все одинаковые, да? Не все одинаково полезны. Да. Но вот эти вот, они сладкие. Да, они прям сладкие, сегодня их тоже кушала на завтрак. Ну как дела у вас, дети? В Афоне шишка, да? Шишка? Ну, расскажи, все нормально. Антоша, как у тебя дела? А Грише расскажи, как у тебя дела? Я готовлю сразу обед на завтра, потому что завтра мы будем вязать зелень. Родители уже пообещали, поэтому завтра будем щавель вязать, чтобы был уже обед. Бантики сварю, прям сегодня сварю, чтобы завтра не тратить на это время. И буду делать такую подливку, тоже, как всегда, все на ходу. Здесь у меня уже лук и мясо, бедро куриное, без кожи и без костей жарится. А здесь я еще буду добавлять сейчас кабачок, перец болгарский и морковку. Вот все, что было в холодильнике. И потушу как-нибудь или со сметанкой, или с чем-нибудь, или с томатной пастой. И будет такая подливка для макарон. Так, вот такой вот будет у нас завтра обед. Овощи. Сейчас еще добавлю немножечко томатной пасты, водички. Все это потушится до подливки, чтобы была такая подливка. И все, буду выключать. Вот, и бантики тоже уже варятся. I used to believe.